Привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия. Я художник, живущий в Швейцарии. Сегодняшнее видео я записываю для своих коллег, художников, и очень надеюсь, что оно будет им полезно. Мне хочется сравнить две онлайн-галереи, на которых я в последнее время продаю свои картины, и поделиться с вами своим опытом. В сегодняшнем видео речь пойдет о такой известной галерее, как Саачи, и о другой галерее, которая существует не так давно. Это Single Art. Оставайтесь со мной, и вы узнаете кое-что из моего опыта. Саачи, наверное, самая известная мировая онлайн-галерея и не нуждается в представлении. А вот Single Art существует чуть более 2 лет. И основана она в Париже. То есть это значит, что все кураторы, люди, с которыми приходится работать, они территориально находятся в Париже. Ну, конечно, команда многоязыковая, поэтому проблем в общении никаких не существует. Вот, для начала первый пункт, который я хотела бы затронуть, это как попасть в галерею. То есть сравним Саачи и Single Art. Попасть в галерею Саачи довольно легко. То есть здесь не возникает никаких трудностей, достаточно просто зарегистрироваться, потом подтвердить, что ты человек, то есть отправить копию своего документа электронно, и вуаля, можно работать, можно выставлять свои картины на продажу. Существуют некоторые особенности по поводу налогов, то есть смотря где находится художник, откуда будут высылаться работы, но это уже такие тонкие моменты, их сейчас я не буду трогать. Вот, но в принципе доступ на Саачи открыт любому, то есть даже по большому счету даже не обязательно быть художником. Вот это такой вот номер один. Если мы сравним с галереей Single Art, то здесь дело обстоит иначе. То есть здесь у галереи есть свои критерии отбора, причем достаточно строгие критерии отбора. То есть, чтобы попасть в галерею Single Art, существует, я думаю, что 3 варианта, которые мне вот так известны. Первое – это самому подать заявку на сайте. Второй вариант, который тоже возможен, который, кстати говоря, случился у меня, что галерея сама нашла меня и связалась со мной, и пригласила. То есть это тоже вполне рабочий вариант, реальный. Но сейчас я думаю, что это делается меньше, потому что, ну, галерея уже перенасыщена заявками. Вот. И еще какой существует вариант? Еще существует вариант через художника, который уже представлен в галерее. Этот художник может вас порекомендовать. То есть это такая рекомендация, но это тоже не дает никакой 100% гарантии, что галерея вас примет. Да, но это некоторый дополнительный бонус и дополнительный шанс, что заявка будет одобрена. Вот. То есть вы уже видите разницу одной и второй галереи по поводу критериев отбора. Что следующее можно отметить? Конкуренция. Конкуренция выражается, наверное, в количестве художников, представленных в той или иной галерее. Так вот, если взять галерею Саачи, если мы рассмотрим галерею Саачи по поводу количества художников, которые сейчас там зарегистрированы, то я нашла данные 110 тысяч художников. И я думаю, что это, в общем, так и есть, если даже не сейчас уже не больше. То есть это данные, которые мне выдают сейчас Википедия, интернет. Я думаю, что это вполне реальные цифры, потому что галерея открыта для разных стран, в общем-то, для любых желающих. Если мы рассмотрим галерею Single Art, которая существует чуть больше 2 лет, то цифры, которые они нам сообщают, это 6700. Такое количество художников было в мае. То есть, ну, если мы рассмотрим, что заявки регулярно подаются, то есть я думаю, что на данный момент это, наверное, 1007. То есть сравните 7 тысяч и 110 тысяч, как вам конкуренция такая, да? Вот. Это просто цифры, которые уже о чем-то говорят.
Давайте рассмотрим такой пункт, как комиссия. Это тоже очень важно, да, деньги. Что в итоге получает художник, и как распределяется цена за проданную картину. Галерея Саачи, когда вы выставляете стоимость работы, от этой стоимости высчитывает 35% себе комиссионных. Плюс к этой стоимости прибавляется доставка, стоимость доставки. Вот если мы возьмем стоимость картины, например, 1000, то 350-35% получает галерея, остальное получает художник. Но когда вы определяете цену, выставляете на Саачи, есть автоматическое поле доставка, цена доставки. И вот эта цена доставки, которая зависит от веса, от размера, она просто добавляется к вашей цене. То есть будет 1000 плюс там, 200, например, да, 1200. Но вы получаете комиссию от стоимости проданной работы. Это вот надо учитывать. А на Singularge дело обстоит немного иначе. Там нет такого разделения доставка, цена работы. Там просто выставляется цена, уже которая включает доставку. То есть художник это должен всегда помнить. И комиссия берется именно от этой конечной цены. То есть если мы выставляем, например, вот в нашем примере было на Саачи, у нас получилось по калькулятору 1200, цена картины 1000 плюс 200 доставка, то на Singularge мы ставим уже 1200. Вот, и комиссия возьмется от 1200. То есть получается, что 600 и 600, да, 600 возьмет Singularge. Но с этих 600 он платит сам, организует доставку. То есть смотрите, получается, что Singularge взял 600, а Саачи взял 350 плюс 200 доставка, которую, естественно, тоже берут они. То есть это что получается? 550. То есть на самом деле очень, ну, в общем, очень близко. Другое дело, что Singularge, наверное, может немного играться с ценой доставки, смотря там экономичная доставка или какая-то более дорогая. Но это уже их дело. Наше дело выставить так, чтобы мы были довольны в итоге результатом, да? Вот. Вот такая вот разница по комиссиям, чтобы вы имели представление. Что еще важно, что еще хотелось бы рассказать? Возможность промоушен, да, то есть реально ли вообще при вот таких конкуренциях, при таком количестве художников и выборе картин вообще быть заметным на платформе. То есть для этого, конечно, очень важный пункт промоушен. Как мы знаем, какие виды промоушена существуют в онлайн-галереях? Это возможность попасть в какую-то коллекцию, да, где какую-то картину или художника отбирают тематически в какую-то коллекцию. Это первая возможность. Есть также достаточно уже такая серьезная, это выставки. То есть обе онлайн-галереи проводят какие-то выставки или участвуют в каких-то арт-фэр. То есть как дело обстоит здесь, посмотрим. Также есть еще промоушен через социальные сети. Тоже это не надо забывать. Ну, что можно сказать по поводу попасть в коллекции? На Саачи, конечно, с такой огромной конкуренцией можно попасть в коллекции, но это сложно. То есть, на самом деле, ну вот я, например, не знаю такого механизма, который бы четко работал, и можно было бы сделать по какой-то там вот определенной схеме и гарантированно попасть в коллекцию. Ну, я думаю, что такого механизма не существует, если ты только начинаешь, да, если ты уже не был там 10 раз в коллекциях и ты не продаешься постоянно на Саачи, то есть тебя уже в принципе знают, а просто так ты пришел и сделал вот какие-то шаги, ну, невозможно. Вот из моего опыта, из всего, что из опыта художников, с которыми я общаюсь, такого алгоритма нет. Вот следующий пункт выставки, да, выставки. Ну или сравним давайте вот на Singularge, как вот с возможностью попасть в коллекции. Все-таки на Singularge дело обстоит немного иначе.
есть определенные действия, которые помогают стать заметным и попасть в коллекции. Кроме того, Singular периодически, примерно раз в месяц, это сейчас они ввели недавно, проводит своего рода конкурс, то есть это присылается имейл, письмо, чтобы подать заявку на отбор в какую-то тематическую коллекцию. То есть это вот такой тоже неплохой шанс показать свою работу, отправить ее и вот оказаться в коллекции. Что дает попадание в коллекции, что в одной, что в другой галерее? То есть, в принципе, если люди интересуются какой-то конкретной темой, например, там, не знаю, морские темы, да, картины, то есть они заходят в определенную коллекцию, им будет рекламироваться эта коллекция, под их интерес может быть рассылаться в e-mail, и каждый раз человек, заходя в эту коллекцию, будет видеть и вашу картину в том числе. То есть, конечно, это, ну, постоянное мелькание такое у коллекционера, да, перед глазами, и повышает вашу видимость. Это очень хорошее такое, хороший способ постоянно быть на виду. И вот я могу сказать, что на Singular это действительно, то есть даже опыт у меня за все это время, ну вот сколько я, наверное, больше 2 лет достаточно активно работаю с онлайн-галереями, то есть на Саачи меня отбирали всего 1 раз в коллекцию, то есть это тоже было совершенно случайно, это была выбрана работа, которая не является моей какой-то фирменной работой. То есть, в принципе, попадание в ту коллекцию, которую мне отобрали, оно не дало мне каких-то определенных плюсов. То есть оно не могло привести мне зрителей, тех, которые мне нужны, да, на мое творчество. Это была такая случайная, одна из моих ранних работ. Да, она была хорошая работа, но она не является показательной на все мое творчество. И это было немножко грустно, то есть мне бы хотелось быть представленной скорее в другой коллекции. Ну, вот так случилось. При этом Singular, то есть по определенным схемам, определенное общение, и да, мне удалось попасть в те коллекции, где я хотела быть представлена. И это, конечно, для меня большой плюс. То есть это ведет ко мне людей на мой сайт. И люди находят там не только одну картину, но и вот выборку, да, на данную тему. Это, конечно, большой плюс. Пункт социальные сети. Ну, что здесь сказать? Социальные сети. Да, вот, ну, в основном возьмем, конечно, Инстаграм. Да, на Саачи они ведут регулярно, вот сейчас я заметила, онлайн живые там трансляции из студии художников. И, в принципе, ну, можно там, да, заявить как-то о себе в этой трансляции, помахать ручкой, поставить сердечко, то есть, может быть, кто-то тебя там заметит. Такого, чтобы опубликовали твою картину где-то в ленте или даже в истории, ну вот я такого, честно скажу, не встречала в своем кругу, вот кругу с тем, с кем я общаюсь. То есть, опять же, в принципе, там действуют такие же правила, как и вот другой промоушен, как попасть в коллекции на Саачи. То есть, это опять-таки какая-то такая, ну вот, случайность и дело случая, наверное, какой-то удачи. И вот как начать, да, то есть это трудно. То есть, если, конечно, может быть, будет какой-то огромный спрос на картины, большой спрос на картины, и галерея это заметит, тогда будет художник, конечно, выставляться и активнее продвигаться. Но самому как-то это инициировать, я скажу, что это очень сложно. Вот. Singular дело обстоит немного иначе. То есть даже вот мои коллекции несколько раз попадали, например, коллекции, какие-то картины определенные в сторис на Singular. То есть есть такая возможность еще дополнительно, если работа была продана, можно сообщить об этом. Если, например, покупатель прислал фотографию картины в интерьере, то есть можно тоже подать как бы заявку, попросить опубликовать в Инстаграме или в сторис вот этот вот отзыв покупателя. То есть такие вещи возможны. То есть это достаточно рабочий реальный вариант. То есть не значит, что каждый и всегда будет опубликован, потому что продаж очень много, но шанс есть, и понятно, как действовать, как работать, чтобы это случилось. Вот, это вот так вот из моего опыта.
Ну и такой пункт еще хотелось бы отметить, связь с куратором. То есть это, наверное, опять на тему заметности в галерее, художник, насколько он тесно взаимодействует с галереей, насколько он там видим и заметен, и, соответственно, его видимость в галерее будет распространяться уже и на коллекционеров, на покупателей, на всех, кто приходит в эту галерею. Если мы возьмем Саачи, связь с куратором, да, то есть, в принципе, какая-то связь от Саачи поступает только в том случае, если ты либо отобран в коллекцию уже, либо есть, например, какой-то запрос на комиссионную работу, тогда тебе уже с тобой связывается куратор и обсуждает с тобой какие-то детали. Вот. Либо есть еще такой вариант, вот как выставки. Я, кстати, хотела его еще упомянуть вот в предыдущем пункте, да, выставки. Но выставки на Саачи это, в общем-то, платное такое мероприятие, на которое еще очень огромный отбор. Ну, можно с помощью вот такого хода, например, тоже себя показать и как-то сделать себя заметным на выставке, да. Если, в общем-то, других по поводу Саачи методов, я, честно скажу, не знаю. То есть мне они не знакомы, и вот из всего моего опыта, который, информации, которую я собирала также у других людей, ну, опять-таки, нет такого, что ты просто сам написал куратору куда-то, да, и получил сразу ответ. Написать можно, я тоже писала и ничего не получала. То есть даже иногда писала в ответ, например, на, когда приходило письмо, что вас отобрали в коллекцию, что-то там, ну, какие-то рекомендации. Вот, то есть я посылала на это, например, какой-то там вопрос свой или что-то, ответа я не получала. То есть это действительно очень все. Один раз мне ответила куратор, поскольку тогда речь шла о комиссионной работе. Да, она сказала, что, извините, у нас просто столько работы, что просто зарываемся. Ну вот, да, то есть там обсуждение шло только по делу, действительно, только по поводу заказа. Вот, если мы возьмем Сингуларт, то это достаточно тесное сообщество, и в этом, конечно, огромный плюс. Если у художника уже были продажи, то есть это ты попадаешь уже даже в круг, так сказать, более избранный, более тесный, или если ты приходишь по рекомендации и тебя одобряют, то ты тоже попадаешь в такой немножечко избранный круг, где вся коммуникация уже происходит намного проще. То есть это тоже такие вот шаги, да, в алгоритме поведения на платформе, которые можно предпринять, и ты будешь общаться, ты будешь на виду. Вот, то есть связь с куратором – очень важный пункт. Также Singularte организует примерно раз в квартал онлайн-трансляции. Об этом они тоже пишут в своей рассылке. То есть можно спокойно подключиться в онлайн-трансляцию. Сейчас часы на дальше. У нас церковь там. Сколько? 3 часа все. Уже отбила. А нет, еще не отбила. Вот я хотела рассказать еще о таком мероприятии, как онлайн-трансляции, которые проводит галерея Singularte. То есть примерно раз в квартал они выходят вживую на YouTube и отвечают на вопросы художников. Это вообще на самом деле прекрасная возможность и показать себя, заявить о себе, и спросить что-то, что конкретно тебя интересует, да, и послушать какие-то обновления на платформе, что происходит. То есть вот именно из этих трансляций я и получила информацию, сколько там актуально сейчас художников. И, ну, на самом деле можно узнать очень много интересного, если слушать их и действительно писать в комментариях во время трансляции. То есть они видят твое имя. Ну, это все повышает узнаваемость. То есть такой связи с Саачи я не вижу. Даже я была в Инстаграме, например, в их трансляциях, можно там тоже написать, да, какой-то привет, там сердечко, но это не то. Это все уплывает в ленте, и этого вообще не видно. А здесь они реагируют прямо напрямую, и
Очень удобно. Причем для меня огромный плюс. Трансляции проводятся и на английском, и на немецком в разные дни. Я могу присутствовать на обоих. И очень, ну, интересно, потому что вопросы часто задаются совершенно разные. Вот, получается такая двойная выгода. Вот, это вот, пожалуй, такие пункты, которые я хотела осветить сегодня. Вот мое маленькое заключение, которое я хочу сделать в конце, как, с чего начать вообще, да, какую платформу выбрать. Несмотря на то, что Саачи кажется такой платформой, на самом деле, как какой-то огромный океан, где, похоже, невозможно стать каким-то заметным, на самом деле, все-таки у каждого художника есть шанс, и... Я считаю, что Саачи – это отличная платформа, чтобы начать продавать, или, по крайней мере, показывать, презентовать свои работы, картины онлайн. Поэтому мой совет будет все-таки действительно открыть аккаунт на Саачи, если у вас его еще нет. Если он у вас уже есть, то все-таки заниматься этой платформой активно, потому что на нее легко попасть. Там можно создать свое портфолио. То есть на самом деле есть большие плюсы в этой быть представленным на этой платформе. А на Singulart, если мы сравниваем, да, вот эти две платформы, это уже следующий шаг. То есть у Singulart все-таки есть критерии отбора. Я думаю, что, возможно, я сниму какое-то следующее видео, где я расскажу более подробно о критериях отбора. Но если у вас уже будет галерея на Саачи, и Singulart комиссия это увидит, то это будет только в плюс. Вот, поэтому сначала Саачи, а потом уже как этап, следующий этап, это Singulart. Вот. Такое вот видео, я надеюсь, что оно было вам полезно. Я буду очень рада, если вы поставите сердечко или пишите также ваши комментарии. Я постараюсь ответить или сниму просто следующее видео. На самом деле у меня уже накопился некоторый опыт, и мне бы хотелось поделиться с вами, рассказать, что я знаю, и возможно, это вам поможет или, может, мотивирует вас тоже на дальнейшую работу. Все, с вами была Анастасия. Большой привет из Швейцарии. Вот. И всего хорошего.